Гигантский Бонни-убийца! Не надо, не надо! Не твою мать, беги! Магазин Лолбита! Чем торгуешь? Да возьми монетку, Даун! Возьми монетку, возьми монетку! Глаз Глинштрафа! Здравствуйте! За мной гонится великан Бонни, он застрял. Он застрял! Я застрял! Хватит! 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 Привет! Сегодня мы поиграем в новый необычный FNAF, которого ты еще точно не видел. Мы будем играть за Глинштрафа в интересном мире с аниматрониками, где будет торговец Лолбит и гигантский Бонни. В общем, будет весело, так что заводи как можно больше лайков прямо сейчас. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, и сразу погнали играть! О, сразу сходу я появился в каком-то городе и захожу, не знаю, пиццерия это или нет, там игровой автомат стоит. Давай сразу погнали к игровому автомату и будем, наверное, проходить мини-игру. Сейчас узнаем. Мужик, здорово. Я сломал. Ой, экран приближается. Мы вошли в мини-игру. Это если что, FNAF. Чтобы вы понимали, я играю за мужика, но это FNAF. Пойду секрет сразу. Golden Freddy. Сразу говорю, это пасхалка на меня, потому что я Golden Freddy. Под деревом Golden Freddy. Он следит за мной, за тобой, за всеми. Поэтому все нормально, я пошел. Пасхалку показал, полдела сделано. Продолжаем идти вперед. Это какой-то дом. Какой-то дом, я могу в него зайти. Давайте зайдем сразу, что по пути. Идем по пути, можно и в домик зайти. Почему бы и нет? Вау. Прикольно выглядит, да? Прикольно выглядит, но никого нет. Пустой дом. Без секретов, без пасхалок. Бывает и такое. Я садиться не могу. Ладно, пойдем дальше. Домик мы посмотрели, в принципе, ничего особенного. Монетки я буду собирать все. Может быть, на них мы сможем что-то купить. Сейчас глянем. А, это только начало игры, ребята, смотрите. Это самое начало игры. Слушай, игра очень даже необычная. Мы нашли 20 монет. И продолжаем идти дальше. А в конце какие-то ворота, ребят. В конце какие-то ворота, и, возможно, что-то нас там ожидает. Возможно, Глинштраф, возможно, какие-то аниматроники. Но мы зайдем внутрь и узнаем. Там что-то фиолетовое. Ребята, это Глинштраф. Точно. Охренеть, это был Глинштраф, или он ты человеком сразу ставим быстрее. Он меня просто снес. Мы играем за Глинштрафа, ребята! Мы играем за Глинштрафа! Что нахрен происходит? Мы в каком-то FNAF World играем за Глинштрафа. Это вы когда-нибудь такое видели вообще? Я Глинштраф. И монетки собираю. Я Глинштраф. Я еще и бегать. Нет, я бегать не умею, ладно. Офигеть! Играем за Глинштрафа в каком-то FNAF World 3D. Вот это жестко. Типа Глинштраф вселился в челика или что? Такой же, так мы тут были. Мы тут были только в 2D, а это теперь 3D. А кто дома живет? Дома есть кто-нибудь? Я зашел в дом, ребят. Монетка. Блин, прикольно, слушайте, очень круто. Я не могу сгореть, я надеюсь. Хорошо, что нет. Я не представляю, что будет дальше в этой игре, но мы уже набрали кучу монет, кстати говоря. Что будет впереди? Просто попробуем угадать, давайте. Пишем в комментах, как вы думаете, что будет дальше. Вот мы стали Глинштрафом. Что мы увидим здесь? Кого мы встретим? Мне кажется, как минимум, каких-то аниматроников мы точно увидим. Тут специальный путь, да? Тут какие-то еще дома. Там пещера, ребята, пещера, офигеть! Подожди, тихо. Кто не понял, это тупо меню настроек, смотри. Пауза отзеркалена, настройки. Это, знаешь, это когда ты хочешь открыть настройки в игре, и что в этот момент видит персонаж. Ну просто представь, ты такой, короче, нажимаешь в любой игре Escape, твой персонаж такой смотрит на небо. Твою мать, он опять паузу нажал. Просто... Жиза просто. Нет, это ухи, ладно, я поржал. Я сначала не понял, что это, но... Это было угарно, окей. Я погнал в пещеру. Я не знаю, что меня там ждет. Но она, блин, похожа на пещеру из Майнкрафта. Мы будем копать алмазы, я не знаю, добывать руду. Будем любить Майнкрафт, в конце концов, да? Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт.
Вы что, серьезно? Серьезно? Жесть, это подожди, это серьезно? Серьезно? Это что за местный Марио с Гличтрапом в главной роли? Марио Трап. Это Марио Трап, это звучит очень странно, но ладно. Я погнал. В смысле гейм-овер? Вы что, рофлите? У меня одна жизнь, у меня одно сердешко, одно. Я ваншотный. Я Гличтрап... Я не хочу быть Гличтрапом, он чмо. Да, хватит подыхать, сволочь ты ушастая. Да, а как это сделать? Они двое впритык, и я одного убиваю, а другого убиваюсь сам. Это типа, это нечестно, и по новой, понимаешь, все? Пожалуйста, только не босс, только не босс. Это что? Это что? Это что? Что происходит, катсцена? Кого нахрен взрыв мозга вынос? Просто что нахрен? У меня 111 монет, и как это кристалл? Мы... Гигантский Бонни-убийца! Не надо, не надо! Не, твою мать, беги! Что происходит? Не буду как? А? Я не могу влево и вправо бегать, вы издеваетесь? Какое же управление? Говно, я не могу! Подожди. Я тупой или как управлять в этой игре? Я не понимаю, как управлять в этой игре. А, мышкой управлять! Надо мышкой управлять, ребят. Это самый тупой сборник смертей во вселенной. Я монетку не взял. В смысле, Бонни, отстань нахрен. Бонни, Годзилла. Я думал, там выход. А там просто тупик. Это сложно, чтобы вы понимали. Это сложно сбежать от Бонни Годзильного. Бонни явно переел растишку. Почему Гличтрап в этой игре такой лох? Я не могу взять все монетки. А по-любому, знаешь, в конце скажут, типа, ты не собрал все монетки, иди в жопу. А я не соберу все монетки, это невозможно. Ну ты делаешь, я реально, я не могу их собрать. Ну он бежит криво, как я их соберу, если он бежит криво, серьезно. Ну что это за говно? Ты можешь нормально бежать, идиот. А я не могу бежать передом! Я не могу... Я хотел, короче, с хитрожопить, развернуться и бежать передом. Я не могу бежать передом. Я могу бежать только задом наперед, серьезно. А зачем я прыгаю? Я дурачок, нет? Вот эти монетки, чтобы вы понимали, вообще нереально собрать. О! Плюс одна, хорошо. Да невозможно их собрать. У Бонни глаза красные, он не спал всю ночь, нахрен. Может, Гличтрап ему не давал спать? Поэтому он такой злой. Злобный Бонни-убийца. Великан. Не, ну за Бонни великана сразу лайков надо отгрузить, потому что такого дерьма я еще никогда не видел. Что вообще происходит? Это самый упоротый ФНАФ. За мной гонится великан Бонни. Он застрял. Он застрял! Я застрял! Хватит! 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 Можно я назад... Подожди. Я не могу назад бежать, да? Он тупо застрял. Он застрял в кристаллах. Не, ну да? Я не могу повернуться, я пытался. Игра меня разворачивает. Повернуться мне невозможно. Короче, мы его уделали, он застрял. Бонни, ну ты лох, короче. Просто Бонни лох по жизни. Это было очень угарно. Так, давай, беги, беги, спринтрап, беги. Ой, Гличтрап-то, ё-моё. Да хватит пропускать монеты, идиотина! Пожалуйста, бери, вот. Я бегу назад! Бегу, стоп. Тихо, тихо. Можно назад бежать, можно. Это очень сделано криво. Это прям очень криво. Да, это очень криво, да не могу. Да беги ты на монетку, идиот. Беги монетку, твою мать, возьми монетку. Да возьми монетку, даун. Возьми монетку. Спасибо большое, молодец. Я не пойду к Бонни, он все равно дурачок. Чё нахрен? Это чё, всё? Да ну на, это вы что гоните, это не все. Я не верю, подожди. Там еще дальше проход был, там еще монетки были, я не верю, что это все. Вы что, издеваетесь? Чё нахрен? Подожди, вы это видите? Вы, блин, это видите? Что? Там сидит лолбит! Под деревом! Нахрена? Так, секунду. Шок-контент.
большое дерево посажено в 1971 году. Я не понял. Модам. Магазин Лолбита. Чем торгуешь? Скорость. Высота прыжка. Здоровье. Так вот где надо было покупать здоровье. Мы с одним сердечком проходили это говно. Так, давай высоту... Подожди. Дорого, дорого. Чё мне? 150. Скорость. Я буду бегать, как сраный Соник, смотри. Еще скорость. У меня третий уровень скорости. Давайте сравним. Смотри. Ну, стало быстрее. Стало быстрее, реально. Реально быстрее стало. Я теперь как сраный Соник. Я могу высоту прыжка купить и прыгнуть в колодец. Давай, погнали. Высота прыжка, высота. Все, одноразовая высота прыжка. Так, ну сердечко себе куплю. Два. Нормально? Пойдет. Я почти весь прокат, смотри. Че, в колодец нырнем, да? Эй, подожди, давай сначала в дом. Сначала в дом. В дом. Поехали. Ай, закрыто. В колодец все ныряем. Сейчас, подожди. Посмотрю за деревом еще. За деревом. Ну, ни хрена себе дерево огромное, конечно. Не с Лолбит, я орнул. Сидит, торгует, что-то барыга Лолбит, как в каждой игре. Ну-ка, прыгай. Ныряем в колодец, говорю. Ты издеваешься? Да не перепрыгиваем через колодец, ныряем в него, идиотина. Все, я... А можно мне упасть, пожалуйста? Можно? Мне вниз, можно? Ну, я что, зря прыжки покупал? Вниз. Я говорю, вниз. Нельзя вниз. Эх, Лолбит, говно у тебя не колодец. Даже утопиться нельзя. Я пытался. Но получается, есть только, да, пещера, монетки. Вулкан, к нему, наверное, нельзя дойти до него. А я пошел в лес, нахрен. Могу я в лес, нет? Не могу в лес? А, нет, почти могу. Но это весь контент, что есть в игре, там очень мало, ну ладно. Ну... Я думал, там этот летит что-то. Смотри, 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 смотри. Етит, пойдет, что это нахрен? Подожди. Подожди. Глаз Гличтрапа. Здравствуйте. Я Гличтрап. Это упоротость. Я все, я до свидания. Я с ума сойду скоро с таких игр, нахрен просто. Демо-версия этой игры оказалась не такой большой, как нам хотелось бы. Но в любом случае, я надеюсь, разработчик не забросит этот проект и доделает его. А чтобы он это точно сделал, поддержи видосик своим лайком. А мы увидимся с тобой в следующих роликах. Всем удачи и всем пока!